Всем привет-привет! Отгадайте, что мы делаем. Мы как белки собрали шишки. Зеленые на ветке, свежие, хорошие, такие вот пригожие. Сосновые шишечки. Мы будем варить компотик, сироп полезный на зиму для профилактики простудных заболеваний. Некоторые делают варенье из шишек, а мы будем варить компот-сироп. Для этого берем шишку, разделяем на две части. Вот они свеженькие уже выросли. Насосах. И засыплю я сахаром в кастрюльке, постоит сутки, затем налью воды и буду варить час. Остужу и разолью по банкам. Потом уже пить с чаем, разбавлять с водичкой. Приятного аппетита вам всем! Вот такая красота вышла кошка за кота. Дружно подпишись ко мне на канал!